В нашей стране имеются в наличии два вида вакцин против коронавирусной инфекции, которые оправдали себя, имеют высокую эффективность. Вакцина «Спутник Ви» российского производства, первая вакцина, которая была создана во всем мире, она эффективна. Эффективно составляет 96%. Что это говорит? О чем? Это говорит о том, что если 100 человек, которые вакцинированы этой вакциной, будут контактировать с большим количеством вируса, то из них 96 человек вообще не заболеет. Ну, 4 могут заболеть, но перенесут это заболевание в легкой форме. Эта вакцина – одно из последних достижений медицины в плане создания вакцин. То есть мы в организм человека вводим не сам вирус, а только белки наружной оболочки коронавируса. Значит, вы должны понимать, что заболеть от этой вакцины вы не сможете. Эти белки дают наиболее сильный иммунный ответ. Прогнозируют, что эта вакцина даст иммунную защиту в течение 2 лет. Вакцина китайская, Верасел, также используется в нашей республике. Эта вакцина приготовлена по другой технологии. Она производится на основе инактивированного, то есть убитого вируса. Не подумайте, что эта вакцина хуже. Она также по такой же технологии приготовлены такие вакцины, которые уже имеют огромный опыт применения. Это вакцины против коклюша, против дифтерии, столбняка, гепатита Б, против полиомиелита. Благодаря вакцине, например, против полиомиелита, Республика Беларусь относится к категории стран, в которой эта инфекция вообще элиминирована. Эффективность этой вакцины составляет 79%, немножко ниже, чем у российской. И разработчики китайские обещают иммунную защиту в течение 1,5 года. Обе вакцины двухкомпонентные. Что это значит? Это значит, что они вводятся в 2 этапа. На первом этапе вводится одна доза, через 21 день повторно. Сам полностью иммунитет формируется в течение 42 дней. После прививки не рекомендуется посещать сауну, выполнять какие-то тяжелые физические нагрузки, тереть место инъекции. На основании статистических данных были выявлены группы риска. Они выявляются всегда, например, группа риска по заражению той или иной инфекцией, как то грипп, тот же коронавирус. Дело в том, что это люди, которые имеют высокий риск заражения в силу своей профессиональной деятельности. Ну, вы знаете, учителя, врачи и так далее. Кроме того, выделяют группы риска высокой смертности от коронавирусной инфекции. То есть это выделяют тех лиц, которые должны прививаться в первую очередь, поскольку заболевание у них течет в очень тяжелой форме. Было замечено, что люди, которые имеют возраст более 60 лет, очень тяжело переносят заболевание, и смертность там высока, в зависимости от возраста. Например, если человек заболевал в группе от 55 до 64 лет, то там умирал каждый 6-й. Если каждое десятилетие эта смертность нарастала, и уже, например, если заболевал человек из группы от 75 до 84 лет, то там умирал каждый 4-й. А люди, которые имеют возраст более 85 лет, в случае заболевания имеют высочайший риск смертности, умирает каждый 3-й. Очень важно, чтобы привились в приоритетном порядке люди, которые имеют хронические заболевания. Любые, начиная от сердечно-сосудистых и кончая, допустим, заболеванием печени, почек и так далее. Особое внимание обращается на тех лиц, которые имеют сахарный диабет. У них риск смертности еще в 2 раза выше, чем даже среди других людей, имеющих хронические заболевания. Высокий риск смертности может быть и у тех, кто
страдает избыточным весом тела. Это объясняют тем, что сама жировая ткань, она очень хорошее место, где размножаются любые вирусы, начиная от гриппа и кончая коронавирусом. Во-вторых, люди с избыточной массой тела имеют сниженную жизненную емкость легких, то есть у них уменьшается подвижность диафрагмы, уменьшается экскурсия грудной клетки. А вы знаете, что коронавирусная инфекция, она чревата с таким тяжелым осложнением, как поражение легких. Если человек имеет острое респираторное заболевание, ну, какое-то острое инфекционное заболевание, то, естественно, в момент, когда он имеет это заболевание, или когда есть обострение хронического заболевания, то прививка в этот момент не показана. Другое дело, что эти люди все равно должны прививаться. В случае острого респираторного заболевания, через 2-3 дня после выздоровления, а в случае хронического заболевания через 2-3 недели после наступления ремиссии.